Нарушения пожарной безопасности не устранили, и теперь будут делать это по решению суда. Речь об областной психиатрической больнице номер 2 на Содышке. Как сообщает региональная прокуратура, год назад, в марте 2019-го, проверка МЧС выявила в медучреждении ряд грубых нарушений и выдала предписание. Исправить недостатки нужно было до марта 2020-го. Однако новая проверка от Суздальской межрайонной прокуратуры и МЧС области показала, что все осталось как прежде. Как выяснилось, причина в нехватке у психбольницы средств. Большая часть нарушений не устранена. Не были, в частности, заменены извещатели и кабельные линии в 13 отделениях медицинского учреждения и в других помещениях больницы. А также не была разработана проектная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией. Причинами этого явились отсутствие финансирования у медицинского учреждения со стороны департамента здравоохранения. В этой связи межрайонный прокурор вынужден был обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Заявление прокурора удовлетворено, решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении. Теперь медучреждение обязано устранить нарушения, а облздрав обеспечить финансирование указанных работ.